дорогі друзі. Вільний, незалежний на Україні. У нас проблема з мороженим, оказується. Все остальное у нас уже в избытке. І от така от очередь за мороженим. Шум, гам, толкотня. Да. Одесситы и гости города захотели мороженое. О, жарко, приехал в Аркадию, а тут еще и мороженое бесплатно. Да елки-палки. Да, расскажи басни. Еще и мороженое бесплатно. Почти. А, вкусно. Угу. О, у тебя с национальным флагом. Да, желто-блокетный, как положен. Желто-зеленовато. Спасибо. Вы пробовали? Спасибо. Да. Что, вам что понравилось? А тебе что понравилось? Шоколадный. Как тебя зовут? Роман, что скажешь насчет нашего мороженого? Банановая ежевика просто отличная. Да? Шикарно, тебе понравилось? Да, очень вкусно. Все, ребята, что скажешь ребятам, которые не пробовали это мороженое? Приходите, пробуйте. Все, спасибо. Мужик тоже снимает, у него свой влог. Влог называется. Самый главный ценитель, самый главный настоящий одессит. Вы пробовали наше мороженое? Естественно, супер. Да. Это вкус божественный. Божественный вкус. Спасибо. Никогда в жизни такого не ел. А вот, Андрюша, у нас два канала на Ютубе. Так что смотрите. Студия гонщиков с Одессы. Все круто. Окей. Запомнили? Подписались, запомнили, лайкаем. Лайкаем, пишем комментарии. А на его ставил? Да. Не узнал, богатым будет. Ростов сделал, да. Богатым будет, не узнал. Так, что у нас на очереди? Что мы будем рвать? Что мы будем рвать? Что делать? Ну, эти самые джинсы у нас уже порваны. У меня не порваны джинсы. Нет, куртки у нас уже порваны. Что на очереди? Купальники? Нет, джинсы мои не подраные. Нет? Не, не подраные. Ну, значит, вы не модная какая-то? Или это уже мода прошла? Все порваны, а мне говорят, что у меня рубашка не глажена. Но нормально? Блогер или блогер? И блогер. И блогер. Да. Какого у вас контента? Ютуб, студия гонщиков с Одессы. Запомнили? Всем привет, да. Мы с Казахстана. Передавайте привет. Мы сегодня открыли Жека Сайз. Да. Да. Это бренд казахстанский мороженого. А, я смотрю, да. Что... Хочешь там Жека? Да? Это он открыл, да. Это он хозяин, владелец? Да, да. Да? Да. Он Казахстан, да? Да, Казахстан. Это сын Назарбаева? Сын Назарбаева, сын природы, народа. Ага. Ничего себе. Так пошли, это сын Назарбаева, да? Кстати, очень блогер, добрый день. И вам здрасте. И вам не хватает, так. Как вас зовут? Юрий Игоревич. Какой у вас канал? Ютуб, он же студия гонщиков с Одессы. И два. И Андре на английском. Андре 34М5. Все, подписывайтесь. Ник в...
Ютубе, он же Гога. Он же Гога. Хороший у вас контент. Удачи вам. Просыпайте. И вам тоже. Спасибо. И вам тоже удачи. Как зовут? Жека, Жека. Жека? Да. Он кто в Казахстане известный? Кто, диджей? У него 1,5 миллиона подписчиков. 1,5 миллиона. Вот у него, это да. У него на Ютубе свой канал, у него видео набирает более 1 миллиона просмотров. Жека, да? Да. Вот это да. Вам нужно с ним контент. Ага. А это Назим, он тоже у нас известный, тоже топовый блогер, ведущий. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Как поделитесь опытом, как достичь таких результатов. Просто нужно снимать и закидывать это на YouTube. Вы в правильном направлении, сэр. Хорошо. О, это точно. Мистер, мистер. Да. Через 2 дня я буду в Дубае, поэтому там все называют меня мистер. Он тоже сын Назарбаева. Тоже сын Назарбаева? Не, внучатый племянник. Ясно. Ну, все, похоже, да. Так, это внучатый племянник, это дядя, да? Да. Дяде привет и долгих процветания, да. Всей вашей стране. Назим Булатович. Ага. Да, процветание вашей стране, вашему кафе. Спасибо. Да. Бывал в Казахстане, бывал в Алма-Ате, бывал на высокогорном конке Медео зимой. Когда прекрасно, в 2 часа закрывается, я думаю, почему все в шортах, без рукавках, а в 2 часа дня, как наваливается, минус 30. Не, вы снимаете, вы говорите, а я вас буду снимать и пиарить. Ага. Да? Да. Итак, дорогие друзья, Одесса, Аркадия, в YouTube-канале у нас студия гонщиков с Одессы называется канал, и Андре34М5, 2 канала. Все. Наши друзья-блогеры из Казахстана. Мои ребята вас сейчас запомнят и подпишутся на обязательно. О, пожалуйста. Давайте пятюню теперь, как это делают все блогеры. Ага. Вот так вот. Пах. Все. Шах. Удачи. Рус, Рус, пойдем снимать. Попробуйте и давайте мы поснимаем вас и возьмем. Ой, можно я вам покажу большую актрису, которая у вас была кукла? А? Ну вот, у меня дочка кукла рекламировала вашу мороженое. Да? Да. Я так-то не публичный человек, но... Ну, просто попробуйте. Вот, сладкое, да. Просто отдых, скажите. Сейчас. Как вам на вкус? Знаете, что я заметила? Оно натуральное. И это хорошо тает, значит, оно очень натуральное и вкусное. Да, спасибо за отзыв. И вам спасибо. Приятного аппетита, не будем. Знаете, у нас сотни тысяч тонн пальмового масла уходит на пищевые продукты. Все на пальмовом масле, а у вас чувствуется натуральный продукт. Вот этом вы должны завоевать рынок, у вас не будет конкурентов. Да. Нам сказали, что вы сын Назарбаева. Не, известный блогер. Нет? Хотелось пошутили, бы. Да? Да, пошутили, да? Хотелось, да? Поделитесь опытом, как достичь таких результатов. А сколько у вас подписчиков? 1,3 миллиона. 1,3 миллиона? Да, в Инстаграме. Да. Пожалуйста, сделайте нам рекламу, а мы вам. Да. Давайте мы сейчас будем отсюда. Взаимно... Давай, снимай. Так, здрасте, как вас зовут? Садина. Что, не попробовали? Не попробовали. Мы попробовали. Мы попробовали, вы нас словили прямо здесь, как тут у нас. Как вам? Серьезно, очень классно. Очень-очень. Я так понимаю, что самый вкусный банан у вас разрушился. И клубника. И клубника, да. Клубника и банан разрушился. А что вы скажете сквозь вот камеру ребятам, кто еще не пробовал? Обязательно приходите и пробуйте. Да, очень нежная и на самом деле под меру сладкая, прекрасная мороженое. Очень освежает летний день. Вот так. Да, вот так. Ладно. Спасибо. Спасибо. Так, дорогие друзья, в качестве рекламы Джекас Айс. Джекас. Сегодня у него прибавилось подписчиков еще на 1,5 миллиона. Надеюсь, и у нас тоже. Фу, ну что, мороженого поели, пойдем мясо, сыр, рыбы покушаем? Да.
То что ты сказал? А, ничего. Тут мое внимание немножко отвлекли, знаешь. Так, что ты сказал? Кушать? Кушать это хорошо. После того, как выпил, а после того, как покушал, есть еще более классные развлечения. Так, удовольствие. Удовольствие, да. Есть еще более классные удовольствия. И все это, дорогие друзья, у нас в Аркадии, в Одессе. И мы ее бросаем и уезжаем за 5500 километров. Ну, это нормальные люди, а? Ага, да, лето, с побережья Черного моря, с одного пляжа уезжаем. На побережье Аравийского моря. Естественно. Маньяки. Угу. Это умеет нас. Все. Ну чего, нужно собираться уже в дорогу, упаковывать чемоданы. Чемоданы паковать. Ну, не денег, к сожалению. А деньги не надо, у нас уже там и так ждут.